Народный фронт Саратова проверил работу многофункциональных центров. В МФЦ предоставляют государственные и муниципальные услуги, из которых самые популярные – это выдача и замена паспорта РФ, регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление сведений об административных правонарушениях и другие. Достаточно долгожданный проект. Он должен избавить от двух моментов. Прежде всего, коррупция и очереди. Вот. И поэтому Народный фронт с таким бдительным интересом и вниманием отнесся к этой, ну, может быть, вы скажете, недостаточно известной проблеме, но она существует. С октября 2014 года Народный фронт мониторит деятельность многофункциональных центров. Одно из достижений фронта – на официальном сайте МФЦ Саратовской области заработала кнопка «Записаться на прием». От оценок сегодняшнего рейда эксперты Народного фронта решили отказаться. Из трех услуг было получено, по сути, не больше половины. Очевидно, подобные рейды проводятся прежде всего ради рекламы многофункциональных центров и деятельности Народного фронта. Хотя нельзя не заметить, что если бы все госуслуги можно было бы получить в одном месте, без очередей и при этом качественно, то для МФЦ не понадобилось бы никакой рекламы. Роман Козлов, Александр Чумаков, «Открытый канал».